мимо пива, тут смотрю, Амстердам, детонатор 8 градусов. Ну это фигня, мохито бир. Ну тут я смотрю, и 16 градусов. Ну это уже не пиво, смотрите, 16 градусов. Да ну нахрен. Не-не-не, такое мне не интересно. Тут в основном все какие-то 8, да. Блонды, да? Да. 6,8, тут 8,5. Да. Я помню, 8, по-моему, был такой латвий, пиво страшное. Да. Блин, ну цены, конечно, 2,39. Франция, блин, у них цены на пиво вообще полный капец. 9,5. 9,5. Выпьешь, это... будешь как... Да, так что как-то так. Я лучше пойду, возьму какую-то большую бутыль. И все, метеор, во, смотри, есть метеор 0,7. Но мне синяя бутылка нравится. Ну вот. Но тут две надо брать. Три. Три надо брать. Да, ну, а вдруг невкусная? Да не. Надо какое-то взять сегодня, чтобы расслабиться. А большую бутылку. А вот тут нету. Сейчас пойду гляну. Пивчик. Пиво 8 евро. Нормально. Во, вот это мне нравится. Во, вот это я возьму. На расслабление. Био матера. Да, что-то не вижу. Рум финиш. Ёб твою мать, название-то какое? Выпил и пиздец, да? Ром финиш. Сколько? Да не, 8. Я хочу расслабиться, а не, блин, финиш прийти. Ну, это я знаю. Вот, ну. А, во, есть. Во. Давай вот это возьму. Вот такое я не пью. Да. Все, единорога взял. Будем сказки потом слушать. Жена будет рассказывать.